это фьюжн. Фьюжн — это стиль, это микс разных стилей, потому что у нас привлекается музыка как испанская, традиционно, с элементами джаза, с элементами каких-то цыганских мотивов народных, да? То есть это, по сути, фьюжн, тот же фолк, да? То есть это когда она классическая классика объединяется именно с чем-то народным. Ну, чистая фламенко вы можете услышать, она только в Испании, прямо вот такой чистый, настоящий. Мы играем, у нас очень много атрибутов, у нас есть настоящие фламенковые композиции, прямо настоящие. Вот. Но в целом в миксе у нас больше фьюжн. У нас много разного микса такого. Джаз, народная музыка, этника и тому подобное. Я хотел бы еще добавить, что то, что мы обычно показываем в ресторанах, в клубах, то, что мы играем для нашей российской публики, это можно условно назвать испанская гитара. То есть это стилизация, это более популярная, адаптированная для русского человека форма фламенко. То есть это румба фламенко, по ориентирам можно сказать, это Gypsy Kings и такого рода приятная на слух музыка. ¡Vamos!